Ребятушки, всем доброе утро. Я выбегаю на учебу. Меня сегодня завозит папа. И он меня уже ждет. Я уже иду. Ребята, посмотрите, мы сейчас с Вероникой пришли в Пепко. У нас нет урока. У нас окно, и мы решили прийти в Пепко. Вы посмотрите. Сейчас же только февраль. Здесь уже готовится к Пасхе. Ты в шоке? Я не могу, здесь глаза разбегаются. Столько всего интересного. Ух ты, смотри. Что это такое красивое? Это? Такое необычное, мне нравится такое. А там, прочитай, там должно писаться. О, вот здесь должно писаться, что это. Декор пасхальный. Да ладно. Не, ну вообще классная штука. Ну, типа, не станет зайца такого красивее будет. Да. Смотри, какая свечка красивая. Я не могу. Угу. Очень нравится. Да, обалдеть. Да, я поняла, он такой бархатный, да? Mm-hmm. О, класс. А это что? А, я поняла, это типа как эти. Отпечатки. Да. Кто на палочке? Нет, просто стой. Мне это безумно понравилось, она такая красивая. Угу. Это свечка? Да. Свечка, вау. Чем мне нравится Пасха, у них такие нежные цвета, смотри. Вот это еще прикольно. Гирлянда? Да. Угу. Ну, он чем-то на новогоднюю похож. Есть такое. Смотри, это тоже свечка, потрогай. Это свечка. Она лакиризована, что правильно сказать? Да. Вау. Лаком покрыта, да? Угу. Смотри, у этого ухо оторвали. В смысле? Где? Вон второго еще оторвали ухо. Ну, я тоже оторвал ухо. Тихо. Не подвигал. Все такое безумно красивое. Стеклянное, посмотрите. Ой, это вставлять, типа. Ой, прикольно. С этим можно с котами играть. Тут подарочки специально, а ты с котами. На стол себе поставить. Желтого зайца. Нормально. А корзиночки какие? Яйца, нужны яйца. Не простые, золотые. Ага. Это тот самый случай. В смысле, а что это? Все, короче, декорация тут. Нет. Яйца нужны золотые, это тот самый случай, говорит. О, это тоже статуэточка. Прикольно. Черная. Блин, чего так ярко? Ой, чего так рано они уже начинают? Не знаю. Ну, ярко тоже. Ярко, красиво. Яйца? Ага. Это смотри, типа для деко? Большие, маленькие, золотые. Какие хочешь?
такой, да? А, типа, чтобы яйца разукрашивать. А, ну, да. Да. Держи. А ты, типа, как поняла, яйца для декора, да, типа, угу. бросать? А, вот смотри, еще средние. Да, стрик много. Света, я за света, я говорю. Угу. Пёрышки. Ух ты. Может, птичка? Пёрышки, прикольно. А там есть какой-то другой цвет еще? Нет, только, по-моему, розовый. Вот перья, прикольно. А что? Они два золотых. Ага. А это что? Да, что я сделаю на Пасху? На Пасху сварим яиц и, может быть, либо купим Пасху, либо спечем Пасху. И все. А тут у них посмотри. Да. Они здесь ну еще вовсю готовятся. В церкви покрестить ее. И все. Да. Они здесь-то шок, этому так готовятся. Смотри, какой букетик. Это красиво. Угу. Поставить его в вазочку, тоже на стол, или когда, знаешь, идешь в корзинку светить Пасху. Мне кажется, что желтый такой более естественный цвет. Если розовый, ну видно сразу, а это можно... Да. И вставить в корзиночку вот такие вот цветочки. И сколько стоит? Стоит 8 злотых. Мне кажется, будут еще завозить товары на тему Пасхи, потому что вот стоит один стенд. Вот здесь все посвящено к Пасхе. И вот здесь разбирают, мне кажется. Еще будут завозить очень много товаров к Пасхе. И здесь сейчас еще с вами посмотрим. Для яичек посмотрите, какая милота. Лопаточки с зайчиками. Все такого приятного цвета. Вот эта тарелка мне очень понравилась. Очень приятный цвет. Есть вот такие вот большие тарелки. Вот такие вот блюдечки. Наборы. Чашечка и блюдечко. Чайнички вообще. Смотри. Ух ты. Красивый цвет. Очень, да? Желтый красивый. Угу. Это прихватка, как я поняла. Прикольная. Скажи, она вроде бы как и не прихватка, ничего, да? Ух ты, стрики блюда. Кстати, ну камера цвет съедает, они более ярче в жизни. О, смотри, статуэтка такая, маленькая. Стоит 4 злотых. Кстати, это еще недорого за дерево. Это дерево дорогое. Да, и стоит вот так, и есть вот такая вот, побольше. Стоит она 10 злотых, да. Даже не знаю, какая прикольная. Вот та прикольная. Поменьше, да? Угу. Мне кажется, что так это более так. Знаешь, минимализм, но круто смотрится. Ой, смотри. Это типа их развесить, знаешь? Вот так, например, вот так вот. Угу. О, птички. Просто это тоже декор? Они все маленькие, же потеряются. Угу. Кстати, ну камера съедает вообще цвет. Это зайчик. Камера съедает цвет. Это зайчик более такой, знаешь, кислотно-зелененький, а камера его показывает просто, как не знаю. Такой бледно-зеленый, а тут зеленый. Угу. Что там написать-то? Что написали? Папа ест. Как ест? Эй! Текаем! Короче, у нас было 3 урока окна подряд. Мы пришли, побродили в Пепко. Но тут посреди урока нам написали то, что урок, оказывается, есть. Короче, вначале не было 3 урока подряд, а теперь есть. Все, ребята, у меня уже закончились уроки, уже иду домой. Сейчас пообедаю дома и сделаю биологию, а потом на 4 часа дня у меня маникюрчик.
У меня вот уже мизинец отваливается, я его закрепила пластырем. Вот, поэтому на 4 часа дня у меня сегодня будет маникюр. Вот, а пока иду домой. Погодка у нас сегодня такая пасмурная, но при этом, в принципе, не холодно. Вот. Хорошо на улице. Вы просто послушайте этих птичек. Класс. Так, я уже пообедала, сейчас уже выхожу на маникюр. У меня маникюр оказывается не на 4, а на 3:30, поэтому я уже выбегаю, у меня осталось 15 минут. В принципе, мне недолго идти, мастер маникюра находится прямо возле меня. И еще я не знаю, сделать какой мне маникюр. Вроде бы хочется сделать снова такой же френч, но в то же время не хочется. Классно, мне на маникюр через 15 минут, а я до сих пор не определилась с дизайном. Ну, я не знаю, скорее всего, в принципе, сделаю снова френч, потому что, ну, не знаю, он такой аккуратненький. Так что вот так вот, все, я одеваюсь и выхожу. На улице уже птички поют, там весна, все дела. А я до сих пор еще вот с таким вот шарфом, вот с такой вот шапкой, я не знаю, я уже так привыкла все это носить. Ну, не знаю, уже хочется постепенно снимать этот шарф, эту шапку большую. И да, еще у нас висит вот такой вот новогодний еще декор. Ну, ладно. Он просто висит здесь, я не знаю. Как декор, даже, можно сказать, не новогодний. Все, я выхожу, сейчас еще одеваю уги. Уги, даже не ботинки. Уже можно, в принципе, ботинки носить, да? Не знаю. Все, я уже пришла. Запомните, ногти такие. Так, ну что, я уже пришла с маникюра, сделала в итоге вот такой вот аккуратненький и нежненький френч. Мне безумно нравится, как он смотрится, аккуратненький и нежненький. Сейчас с родителями пойдем ужинать. Мама приготовила на ужин плов. После того, как мы поужинаем, я пойду доделывать уроки. И что-нибудь вам еще обязательно поснимаю, поэтому говорю всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и я тоже пошла кушать. Так, я сейчас буду делать биологию. Нам на уроке, смотрите, раздали вот столько листов. Это темы, которые мы сейчас проходим. И раздали вот эти листики, чтобы мы их еще лучше закрепили. И по этим темам нам также вместе с этими листиками дали вот эти два листика. Это наше домашнее задание. Вот этот листик и вот этот листик. Это наше домашнее задание, которое я сейчас буду выполнять. И все-таки мне очень нравится, когда нам распечатывают листики, которые цветные. Не знаю, как-то так сразу материал интересный становится, я не знаю. Чем, вот смотрите, такая картинка, да, разноцветная. Либо же вот такая вот тусклая какая-то, не знаю. Мне такая больше нравится. В общем-то, ладно. Иду выполнять домашнее задание, потом в душ и спать.